Если вдруг кто не знает, что следующий, это Майтрея. Я представляю проект Майтрея, целью которого является эффективная обработка юридических документов в широком смысле этого слова. На кого это рассчитано? В первую очередь на профессионалов, судей, адвокатов, нотариусов. Общей численностью в Украине около 100 тысяч человек. Если мы также вспоминаем о юрконсультах и помощниках всех вышеперечисленных, сумма умножается в несколько раз. Все эти люди, как, впрочем, и люди, не связанные с юридической сферой, имеют склонность ошибаться, что, однако, в их случае крайне нежелательно, потому что влияет на судьбу других. Также они хотели бы тратить гораздо меньше времени на ту работу, которую они сейчас делают, выполняя ее все так же качественно. Поэтому, первое, мы предлагаем качественную проверку на соответствие содержания документа с теми предпосылками, которыми в нем даны. И второе, автоматическую генерацию шаблонных документов, которые часто встречаются. И третье, это доступ к законодательной базе прямо из рабочей области. На остальном, извиняюсь, не на остальном, как раз таки на последнем остановимся подробнее, потому что это является рабочим прототипом. На скриншоте показано, как оно выглядит вживую. Это Microsoft Word. С правой части можно заметить сайдбар, в котором как раз таки и происходит доступ к этой самой законодательной базе. В демо мы остановимся на этом более подробно. Конкуренты. Единственным конкурентом в Украине, фактически монополистом на законодательную базу, как бы это ни звучало, является Лига Закон. Приведенные цифры. Первое подключение. 1500 гривен. Это, кстати, эта цифра и все остальные, это из расчета на одного человека. И несмотря на это все, на такие, казалось бы, весьма крупные суммы, в данный сервис привлек к пользованию уже более 160 тысяч человек. В чем преимущество того подхода, который предлагаем? Это удобный интерфейс даже для тех, кто очень слабо пользуется компьютером. Одна кнопка, находятся все отсылки к законодательным нормам в тексте, показывается, что за ними скрывается. Второе, это никакого раздражения, скажем так, никаких отвлечений от работы. Если вы пытаетесь работать через веб-браузер, то все, вы отвлеклись на новости, вы отвлеклись на погоду, и где-то через полчаса вспомнили, что вам нужно что-то посмотреть по своей работе. И, конечно же, такой подход позволяет существенно снизить требования к скорости интернет-соединения, что особенно существенно для судов. Бизнес-модель построена следующим образом. Для корпоративных клиентов это контент-паки, которые дополняют функциональность, которая необходима. Для индивидуальных клиентов это просто ежемесячная подписка через офис. Тут представлена техническая модель. Существенный момент, что всю серверную часть мы получаем в течение следующих 3 лет от Microsoft по программе BizSpark. Абсолютно бесплатно для нас. За что им спасибо. То, что позволяет нам реализовать предыдущий слайд, это экспертиза нашей команды, которая касается как и веб-разработки, ведь само расширение — это эффективный веб-сайт, так и аналитической составляющей при работе с законами. И помимо этого, экспертиза наших ребят в системном администрировании, администрировании баз данных, которая позволяет разворачивать эту систему и на стороне клиента по необходимости. Так, а это как раз почему мы здесь. Так, время. Если что-то последнее вы хотели показать, сейчас самое время. Это как раз конец. Класс. Хотел бы показать демо. Тогда пусть ваш коллега показывает демо, вы пока будете отвечать на вопросы. Вопросы у жюри есть? Да, какую информацию вы забираете, откуда? Значит, мы используем информацию закон RAND.WA. Собственно говоря, все, что можем оттуда получить, все забираем. Дальше будем ориентироваться на работу с документами из более локальных источников, так, таких как областные советы, городские советы. Я спрошу вопрос, вот задам вопрос, который уже задавал. А почему вы решили это делать для Майтрея?
Microsoft Word, а не, скажем, для какого-то браузера? Потому что, опять-таки, как я уже говорил до этого, если это делать в браузере, человек отвлекается очень сильно на все, что происходит в соседних вкладках этого браузера. Если он работает, как и обычно, в Microsoft Word, это наиболее распространенная среда для работы с документами, то, особенно для юристов, которые работают из-под Windows, а не из-под Linux или другой системы, вот мы получаем. Sorry to ask another question, but could you very clearly describe what the product is? Is it a cloud-based case management system? How would you, what is the simple definition? At this point, I should say that the product is access to laws from Microsoft Word. Да, это add-on для Microsoft Word, который подтягивает Z-Code, правильно понимаю? В текущей версии, да. Класс, хорошо. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты.